поводу Unicorns of Love, мне хотелось бы сказать, что я был удивлен. Я бы не сказал, что я был удивлен настолько, что они смогли выиграть свою серию после того, что они показали на последней неделе LCL, играя против нас дважды и против команды Control Play. И там чувствовалось то, что как будто все, ну, команде как бы конец, ну, как видно было со стороны. Уже многие там собирались выносить деревянные коробки и, грубо говоря, забивать гвозди. Это, кстати, не я, повторяюсь, не я. Я в этом теперь больше никаких... не участвую в этом теперь. Unicorns of Love вернулись в ту стадию, где они играли через Номанза, через лейт-гейм. Керри вернулся к Садин. Владимир заменился на Виктора. Не знаем, какие еще у него есть персонажи для того, чтобы именно получать преимущество, то есть Ананасик, чтобы ходил, условно обнимал вокруг мида, и чтобы он условно керил катки. У этого состава появилось больше проблем и больше уязвимостей по сравнению с 2019 годом, либо 2020 годом, когда они играли своей такой шайкой с гаджетом, Номанзом, Сантосом, Ананасиком и боссом. Вот. И я просто надеюсь, что наша серия будет намного интереснее, чем серия с УБГ, и в ней будет больше, чем три карты, потому что нам терять нечего. Мы свою цель добились, и мы будем играть просто в игру. А что из-за этого выйдет, мы уже посмотрим дальше. В принципе, мы когда входили в этот сплит, мы прекрасно понимали, что мы будем в более слабой форме, нежели в прошлом году, потому что мы перешли на англоязычную коммуникацию, мы поменяли гаджеты на фраппи, и, в принципе, мы осознавали, на что мы идем, и понимали, к чему это может привести. Вот. Мы осознанно шли на эти риски с целью к концу 2021 года, к Worlds'ам, быть в лучшей форме, нежели мы были в 2020 году. Вот. К сожалению, все пошло не так хорошо, как мы изначально планировали, и нам пришлось вносить свои корректировки. Наверное, самый такой переходной момент — это поражение от гамбитов во втором круге, когда мы отлетели там за 25, за 27 где-то минут. И, в принципе, это, наверное, была такая переломная точка, где больше начали задумываться о том, что мы хотим делать дальше и что нам сделать здесь и сейчас, чтобы выиграть этот сплит. К краудам я в любом случае отношусь с большим уважением. Я считаю... Окей, сейчас я немножко буду противоречить сам себе, но я считаю то, что наше поражение на последней неделе не будет значить практически вообще ничего, но при этом я все равно отношусь к ним с уважением, и я считаю, что они достаточно сильный коллектив, который наработал определенные вещи и определенный плейстайл, который работает достаточно хорошо. Вот, я считаю то, что если мы подойдем... проработаем, скажем так, вот эти две недели до финала в том же ключе, как мы проработали до полуфинала одну неделю, то мы выступим очень уверенно и очень хорошо. И, скорее всего, мы возьмем финал. Вот. Если же что-то пойдет не по плану, либо еще что-то, серия будет намного-намного ближе.